Ассаляму алейкум, я Ютам Огульсум Исмаиловна. Сегодня утром без 5:06 к нам в дом пришли с обыском, постучали домой, сказали, что полиция, дали время, чтобы одеться, и зашли, ничего не объясняли. На все вопросы отвечали, что скоро подойдут, вам все объяснят, но никто так и не подошел. На просьбу позвонить сказали, что нельзя звонить, только в фильмах такое бывает, телефоны забрали. Дети, естественно, были дома, спали в это время, проснулись, естественно, испугались. Вот, прошлись, у нас во дворе два дома, прошлись по домам, поверхностно все осмотрели, забрали телефоны. Предъявили бабашке статью. По поводу статьи спрашивала, тоже никто не ответил. Попросила представиться понятых, тоже никто не ответил. Ничего прочитать не дали. Дальше бабашку забрали, сказали, поедем в Джами, потом в Кировское. Я не знаю, куда там дальше они повезут. Все, никакие вопросы, ничего не отвечали, ничего не говорили. Их было... Ну, было в двух домах они, поэтому точное количество не могу сказать. Двое понятых и двое в гражданской одежде. Ну, видимо, какую-то должность занимают. И в форме с ружьем, как бы, лица закрыты. Было, ну, человек 5, наверное. Вот все.